действиям, по их розыгрышам, по их решительным атакам на хав-корте. 16-летняя аргентинка довольно-таки смело себя ведет у сетки, стараясь периодически обыгрывать наших теннисисток. Пару розыгрышей ей удалось хороших. Аут. 15-0. Ой-ой-ой. Да, такой немножко топорный был удар. Оли, поэтому мяч далеко за заднюю линию улетел. 30-15. Не получился прием. 40-15. Вот отработала Катя на задней линии в одной части корта и в другой, но 100% ее заслуга. Оля интересно, как, да, какой хороший симбиоз в игре, потому что отдала сначала своей партии.